Всем привет. Сейчас будем заправлять MPG Boost в Mercedes. Уже 320. Вот бутылка. Возьмем шприц. Есть еще вот такой вот вариант бутылки. Вот. Новый образец. Вот другой, с другого завода производителя. Берем, заправлять сейчас будем немного, а то многие говорят люди, что как бы буст не заправляется, не верят. Просто только слова, сейчас вы увидите реально. Открывать не надо, просто прокололи. И возьмем сейчас два кубика. Два кубика. Вот. На 20 литров. Можно снять даже поближе. Все, впрыск сделали. Такой укольчик. Потому что мы же не знаем, что это за топливо, да? Не знаем. Для того, чтобы машина ездила, надо пользоваться MPG нормально. Так, все, заправляем. Дизель.